Так, ушел. Давайте тут подсветим. Никого нету. Открываем. Ах, есть. Да ну две, ну сработай. Ну две, ну нет. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Дарк Драгон, Зебра. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Вечер добрый, ребята, кому как. Сегодня мы решили записать крутецкую рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Тихо! Ну, да. Я успел. Блин, они так быстро нападают уже! С левой стороны идет. Да, я вижу. Так, я посмотрю, с моей стороны никого нету. А, стоит. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, которые нравятся всем зрителям. И зрителя можно превратиться в подписчика. И еще хочу сказать, если вы хотите с нами записывать крутые ролики, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Так, на они уходят? А нет, смотри, уже другой пришел. А сколько их тут? Что, со всех частей будут ходить? Так, чекаем. Там нет. Нету, да? Такого. Все, открывай. А, нет, не открывай. Там он стоит. Так, никого пока нет. Никого, да, спокойно, ребят, это очень спокойная ночь. Нет. Я вижу, Чика идет. Так. Медленно, да, идет? Медленно. Но я шаги не слышу никакие. Марионетка, иди в жопу, пожалуйста. О, бежит кто-то. Слышишь, да? Ребята, слышите эти шаги? Вот, можете наберевательно написать в комментариях, какой аниматроник так бегает. И кто напишет первый, попадет в ролик. Смотри, какая красивая. Да, стоит. А, так. Там вот кто ходит. А, я понял, как будто на палках каких-то деревянных ходит. Тук-тук. Прикольно, мне нравится. Так, четко. Нет, слышу звук, не открываем. Вот он. А тут можно открыть. Да, вроде бы. Отлично. Пора здесь смеется. А, пришла уже другая. Вообще жесткая. Представьте, ребята, это будет тот ролик, где мы ни разу не умрем. Вообще будет круто. Вроде бы никого нет еще. Идет. Но я успею закрыть. А, это добрый Фредди, он не убивает. Он не может нас убить. Ой. А! Блин. Понял. Ну, это не тот ролик, где мы не можем ни разу не умереть. Хорошо. Жестко, он меня испугал. Я реально дернулся, чуть со стула не упал. Нафига так пугать? Ну ты стрёмная. Ого! Чё у неё с головой? Она маску сняла? Ребята, вы сейчас можете увидеть, как выглядит марионетка без маски. Так, я уже думал, тут дверь открыта. Стоит? Кто ушла, можно открывать. А, боже мой, дверь же закрыта. Ой. А как он попал? Есть же аниматроники, которые быстро ходят, а есть медленно ходят. Слышал? Да, с левой стороны идет. Кричит на нас. Так, давайте на камеру, знаете, что сделаем? Включим, чтобы мы вот с этой стороны смотрели. Так, это наш этот. Вот, получается, мы сейчас видим левую дверь. И вот так пусть и будет, чтобы с одной стороны мы точно видели. Так, я открываю, потому что камера включена. О, они еще разговаривают с нами. Он хочет к нам, ребята, попасть, но у него не получится, потому что мы очень опытные. Ты успел закрыть? Два пришло, один рабочий, один поломанный. Представляете? Вообще класс. Чё там? Батарейка села. Я же говорю, что надо нормальные батарейки покупать, литионные. Он солевые купил. Потому что он поломанный, видите? Он поломанный, из-за этого у него батарейки совсем печально. Ушел, обиделся. Или пошел батарейки менять. Нет, нас так не возьмешь. Надо нормальные батарейки. Открываем. Дима, посмотри. Успел. Успел. А чё я на камере там был и вышел? А, я понял, камера с задержкой небольшой. А! Я успел! Я же закрыл дверь! Я закрыл! Блин, он ногу подставил там или чё? А как ты не закрыл дверь? Я буду убегать! Ах, зараза! Ну хорошо, молодцы! Аниматроники сегодня у нас. Ты что, они гатят? Нереальные психи! Я вроде бы закрыл. Их тут очень много, аниматроников.
Так, пришел, пришел. Блин, я боюсь двери открывать теперь, они нас косят. Че, как ты лицо сломал, Бонни, скажи. Так никого нету, да? Есть! Есть, есть, есть! Я дверь! Ну не успел закрыть, ну не успел, не успел. Я убегаю, я убегаю, я буду убегать, ребята. Я буду убегать по пицце. Фокси меня ждал. Хорошо. Ай, блин, я так... Я их боюсь, сколько уже мы играем, я их боюсь поставил. Че они такие страшные? Ребята, и сразу ставьте лайк, если вы не поставите лайк, то к вам придет аниматроник ночью. Так, пришел еще один. Фокси, иди в жопу, я тебя видел. Что с ним? Вы видите, как его глючит? Вот это все... Это, знаете, Фокси-акробат. Что-то ему колбасит его. Я закрыл дверь. Ну, видишь, аниматроники сегодня очень жесткие. И хотят щадить нас. Блин, а какая-то это ночь, Dark Dragon? Как ты думаешь, какая-то ночь? Как я понял. Только как-то агрессивная седьмая ночь. Очень-очень агрессивная ночь. А, Фокси лежит там. Так, с левой стороны чекаю, никого нету. Там лежит из чего. О, валяется. А, хорошо, я дверь не открыл. Да, я думал тоже открыть тут дверь, ну. А он там невидимый стоит. Отлично. Кого нету, все, я выглядываю. Пошел вон, Фокси темный. А ты же фантом, ты же ничего не сделаешь. Я успел. Ох, когда вот так на соплях закрываешь, очень страшно, очень. Ну не обижайся, марионетка, в следующий раз получится зайти к нам в офис. Знаете, что большой плюс? Этой ночью у нас энергия не садится. Мы можем закрывать двери как угодно. Так, я тоже здесь открываю. Все, чекай. Моя левая дверь, твоя правая. Плюс троп пробежал, мелкий. А, бежит, бежит! Чего у двери сидишь? Так, никого. Там сидит, там, да, кто-то? Он уже ушел. Ушел, понял. Сейчас буду тоже проверять прям хорошо. Там черепиздник зашел к нам! Я его не увидел! Блин, аниматроник меня обманул. По принципу не должно быть, он должен подобки быть. Блин, они нас очень сильно... обманывают и пугают еще вдобавок. Так, поменялись дверями. Теперь я с правой стороны буду смотреть. Вон. Они быстро тебе бегают. Аккуратнее. Блин, побаиваюсь. О, стоит, стоит. Идет. Такая новенькая вся. Не поломанная, ничего. А я иду, иду. Шагаю по пиццерии. Сейчас только дойдет, я закрою дверь. Так, отлично. А, это добрая. Она просто смотрит, что мы тут делаем. Да, пошел вон, говорить. Пошел вон, а? Да, это добрая. Ага. Они уже злая. Ого, они бегают. Нифига себе скорость. А это с левой стороны, да? Да. Внимательно слушай. Они же очень громкие звуки издают. Блин, на улице, как всегда, гром и дождь. Во всех ФНАФах по канону вот так вот сделали. Но это очень классно. Знаете, так он даже добавляет страх. Особенно, когда ты слушаешь внимательно. Я успел! Ты откуда появился? Скажи. Вот это он бежит! Скорость нереальная. Пошел вон. Я успел! Я же закрыл дверь! Я закрыл дверь! Да ну как? Надо раньше, что ли, успевать закрывать? Прям прыгнул в воздухе на меня. Вот это скример был стрёмный. Ого, а кто это? Это какой-то новый аниматроник? Не знаю. Так, внимательно чекаем. Плохо, что нет кнопки дистанционно нажимать. А то надо прям на дверь нацеливаться, на кнопочку. Беги, Димка, беги! Беги! А как? А, дверь открыли, понял. Зараза! Я хотел посрать! Не дал мне посрать! Ну ладно, ладно! Да. Хорошо, не успел на туалет сесть, была вообще прикольная смерть. Ну, но не так, так красиво умер бы. Да. Смотрите. А, пошел вон отсюда! Кто там? Кто там? Пошел вон, челепиздрик мелкий. Плюштрап был. Плюштрап был, понял. Он очень быстрый, очень. Так, ты на разведку пошел? Я буду, да, здесь стоять, смотри. Хорошо, давай, будешь мне говорить, где что-то. Опа, пришел!
Фокси, блин, зря тут, наверное, отошел. Стоит, да. Стоит. Далеко стоит, очень далеко. Идет, идет. Побегаю по пиццерии немного. Охранник сзади бегает. Вот это он громкие звуки издает. О. Так, а, это... Я тебя вижу, ты взял камуфляж, ты в камуфляже бегаешь. А, я успею закрыть, он медленно очень идет, смотрите. Еле-еле. А звук такой, как будто, я не знаю, он килограмм 100 весит, или тонну, наверное, даже. Ты чё такой громкий, мужик? Так, ушел. Давайте тут подсветим, никого нету. Открываем. А, есть. Да ну две, ну сработай, ну две, ну нет. Обманул я опять, ну ты зараза такой, а? Блин, я так сегодня жестко буду, мне это будет сниться. Валяется аниматроник дохлый, смотри, возле наших дверей. Я тебя вижу, мужик. Или это задержка в камере? А, не, ушел. Не надо. Отлично, отлично, обманули. Так, смотрим, с моей стороны никого не... А, никого не... А, нет, есть уже. Оп, добрый пришел, он нас не убьет, можно открывать двери. Это добрый аниматроник. Но я тебя не пущу. Нет. Даже если ты добрый, я тебя не пущу. Улыбается. Разговаривает даже. Вы, харе, брать плюс. Никого нету? Плюштрап. А, плюштрап очень хитрый. Не-не-не, я даже не буду долго говорить. Ушел. А камера как-то покажет задержкой. Это очень стрёмно. Она может показать, что никого нету, а там кто-то будет. Ты стою слева, смотрю. Никого нет. Открываем, никого нету. Идет. Идет. Закрывай, он быстрый. Бля, а не, он медленный. Уже руки вверх поднял, у него разные анимации. Прям вообще классный. Опа, добрый стал. Ушел. А по камере смотрим. Камера до сих пор показывает, что он стоит. Прикольно. Так, смотрим. О, никого, можно открывать двери. А, марионетка! Да блин, она такая... Ребята, ну как можно закрыть двери от марионетки, если она такая быстрая? Ну вообще нереально. Не забывай, что задержка у двери есть. Ну да. Ага, слева пришел. Так, я запрятался. Хорошее место, они меня не найдут. Давайте походим по пиццерии, посмотрим. Марионетка сидит здесь. Я что-то дверь передумал. Давайте попробуем повыживать, вот так вот побегать. Сможет убить или нет? Ай, ну блин, да как? Нет. Если марионетка, я никак не могу выжить, это невозможно. Очень сложно. Очень. Ай, но я живу. Дверь. Я живу. А ты невидимка у меня. Нет. А нет, там аниматроник пальцы просовывает через стену. Слышите, как он говорит? У него звук, знаете, такой рычащий, очень стрёмный. Чё, как-то сопли тягает, чё-то заболел. Да он там стоит у двери. Так. Я вижу его. Вот, я его, он уходит. Да. Уходит, убежал. Побежал. Так, тут смотрим. Ага, здесь марионетка стоит, я дверь открывать не буду. Не-не-не, ни за какие ковришки. Лепиздрик бежит. Лепиздрик бежит? Да, за дверь закрыта, дверь закрыта. Сидит. А мы сейчас камеры поклацаем. А он сидит там. Так, давайте вот эту камеру нажмем. Чё крутишься? Ушел. С этой стороны. Никого. Не, я буду с левой стороны смотреть, кто бежит. На тебе, попей. На. Попил. На. Никого нет. А никого нету здесь. Никого нету. Блин, это плохо. Нам сегодня ребята дали... гранаты. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Я знаю. Так, ребята, сейчас я буду использовать очень крутое оружие для того, чтобы было интересно. Так, закрывай. Марионет. А, еще будет, Дима, еще будет это, экзоскелет бежать. О, я его вижу. Прикольно. Я забыл, ребята, что у нас есть порталы. Ага. Не-не-не-не-не, он хотел в портал забежать. Я не допущу этого. Сейчас мы поставим здесь портал.
и поставим в конце пиццерии. Так, никого бежит. Нет. Ну, с этой стороны его слышу, да, он бегает? Да, где-то с левой стороны бегает сейчас. Прям в угол где-то. А мы сейчас этот нажмем себе с этой стороны камеру, я буду смотреть. О, ушел вроде бы. Зараза! Блин, оставил под ногами, ну че под ноги не смотрю? Да ну вас, блин, в одно место. А я же. Опа, прибежал. Бардрагон, ты вообще молодец. А где ты находишься? А посмотри на левую комнату. Вижу, вижу, вижу. Ай, в комнату забежал! Забежал, забежал! Ай, блин! Это какой-то ролик страдания! А ты что здесь сидишь? Посмотри, Дима. Эй, брысь отсюда, щенок. И ты тоже пошел отсюда. Давай, уходи, уходи отсюда. Так, Дардрагон, мы сейчас знаешь, что сделали? Я так поставлю здесь портал. И сейчас поставлю в другой части пиццерии. И мы сможем попасть. О, да опять, ты смотри. Он мне не дает ничего сделать. И убежал. О, щенок малой. Вот обманщик. Иди, ты живой? Да. Идите в жопу. Так, 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 так. Закрывай, закрывай. Смотри, мы можем теперь чекать. Я не дам, все живы. Опа. Блин, я люблю портал, это очень круто. Ой, а как ты прошел? Нет. И удалил. Я его закрыл в пиццерии. В офисе нашем. Черепиздр здесь бегает. Так. Так, так. Ну все, иди в жопу. Ой, я его вижу. А он не достанет. Ой. Да блин, так запрыгнул ко мне в портал. Представляете, какой хитрый. Ах ты негодяй. Все, я дверь не буду открывать. Я боюсь их. У нас стол украли. Где вы стол украли, воровки? Я пройди пришел, забрал и ушел. Я даже не знаю, что аниматроники мебель забирают. Че еще, монитор заберите у нас. Все, позабирайте. Я здесь даже посижу, попрячусь от них. Так, 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 камера. Че камеры не работают? Они что, камеры нас украли? Да, походу. Камеры, да, камеры не работают. А, ушел отсюда. Украли камеры. Из-за того, что стол украли, провода, что ли, испертились. О, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас поставим здесь портал. Надо как-то мне открыть дверь и успеть поставить в другой части портал. Все, закрывай. Закрывай. Мы теперь сможем их чекать, смотри. Опа, я удалил. Хотела залезть. Блин, надо как-то так сделать, чтобы она не могла пройти. Можно так сделать, чтобы здесь вот была какая-то... Подожди, сейчас мы так сделаем. Ой. Косой, Дима, косой, Дима. Не, я хочу, чтобы мешало. Не получится. Получится. Во, смотри. О. Так, ага. Теперь они будут застревать. Так, теперь надо как-то мне попробовать поставить портал. Давай я, короче, зайду, поставлю, а ты сразу удалишь. Все, закрывай, закрывай. Все, смотрим. Видишь, пройти нельзя. Он не сможет пройти, смотри. Все, застрял, что ли? Все, ребята, это хитрый ход. Вот аниматроник еще один. Через портал не могут убить никак. Пошел, обиделся, обиделся. Ну не обижайся. Так, давай я попробую пройти. Ой, ой, а назад? Нет, я застрял. Блин, попался на свою же ловушку. Ну, негодяй. Я знаю, что мы сейчас сделаем. Я сейчас поставлю портал, и мы им туда бомбу засунем. Это будет прикол. Так надо, чтобы я подловил. Стоит аниматроник, ну зачем ты открыл? Блин. Идите в жопу. Так, закрываем дверь, закрываем. Такой звук издал, как перед смертью. Так, ставим здесь портал. Мы сейчас им бомбу засунем, ребята. Очень мощную бомбу. И уничтожим. Надеюсь, мы останемся живы. Так, никого нету? Стоит, 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 стоит. А ну здесь. Так, здесь никого нет. Давай камеру включу. Может, я все-таки смогу камеру? Блин, ну все, не удалили камеры наши. Стоит, я видел, что он тут стоит. Так, вроде справа никого нет. Да ты жопа малолетняя! Ну блин, да хватит! Уничтожать нас! Чего раз? Я все-таки попробую. Убежал.
Ну все, я живу. Я буду, да. Отлично. Отлично! Я сейчас буду бомбу им засовывать. Так, ребята, мы должны уничтожить их. Мы небольшую бомбу им засунем. Вот такую вот. Ой, это большая. Это гигантская. Во! Активируем ее. Давай. Ну что? Скидыч. Я ее засунул! Ой, только я умер. Блин! Они живы еще, забыл? А, вы живые еще? Ой, я умер, как не спугать. Давно мы, знаешь, какую бомбу не использовали? Это жесть! Если попробую отлететь, показать вам масштаб этой бомбы, оно просто сжигает все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А че они живые? А у них хп ж забыл много. Сейчас, подожди, стой, хп много, сейчас мы исправим это дело все. Стоп. Эй, бомба! Я уже две бомбы поставил, взрывай! Ой. Дима, ой, есть, вы их взорвали. Пацаны, я хочу сказать, что аниматроники сегодня победили, потому что, учитывая, сколько раз мы проигрывали, аниматроники победители. Не смогли мы их никак обмануть, они очень круто играли. Если вам понравилась эта серия, не выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Поджигай. О, это была баночка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Гарри Смот, сейчас дым с видеокарты пойдем. Ребята, никогда такого не делайте.